В Швейцарии сегодня общенациональный референдум. На него вынесены три вопроса. Два из них посвящены продовольственной политике, суверенитету страны в этой сфере и импорту экологически чистых и произведенных с соблюдением этических норм продуктов. А третий – развитию сети велодорожек. Согласно опросу, на безусловное одобрение граждан может рассчитывать только велосипедная инициатива, которую поддерживает около 70% респондентов. Предлагается закрепить в Конституции страны важное значение велодорожек.